Приветствую всех на канале Program Fix, у микрофона Netly. И в этом видео я хотел бы рассказать вам про один из замечательных скриптов, или даже сказать точнее плагинов для Adobe After Effects под названием MoBar, который позволит вам ускорить работу в Adobe After Effects без каких-либо затруднений. Давайте же посмотрим, как он выглядит. Погнали! Ну а перед тем, как начать, нам нужно перейти по ссылке в описании под этим видео на наш телеграм-канал и найти пост с данным плагином. Ниже будет ссылка для скачивания. Ну а полный процесс установки данного плагина ты можешь найти в нашем телеграм-канале. И помимо этого, ты там можешь найти все то, что YouTube не разрешает выкладывать на свой сервис. А теперь переходим в Adobe After Effects. Далее, как у нас открылся проект After Effects, мы переходим в Editing. Ниже опускаемся Preference. Открываем Script and Expression. В открывшемся окне находим галочку Allow Script to Write File, ставим ее. После чего переходим в Window. Опускаемся в самый низ. Находим MoBar GSX Bin. Запускаем его. Инструменты MoBar логически организованы в нескольких различных категориях, что позволяет легко найти и запомнить, где находится конкретный инструмент. Если вы часто используете какие-то инструменты, вы можете пометить их звездочкой, и они будут отображаться в любимом разделе для быстрого доступа. А все остальное, что может понадобиться только в случае необходимости, MoBar аккуратно прячет в эти маленькие всплывающие меню, что по-прежнему позволяет им быть более доступными, чем меню окна. Кроме того, у MoBar есть удобный инструмент поиска на случай, если вы когда-нибудь забудете, где найти любимый вами инструмент. Но MoBar не только экономит ваше время, упрощая ваше рабочее пространство, но и экономит ваши деньги. Ведь с MoBar вы получаете инструменты на сумму более $200, всего за $59. А если вы решитесь посетить наш телеграм-канал по ссылке в описании, то сможете сэкономить еще больше. Давайте откроем MoBar и рассмотрим некоторые способы, которыми MoBar может помочь вам ускорить рабочий процесс. Например, если нужно анимировать кучу линий с помощью обрезки контура, не нужно больше копировать и вставлять обрезку контура в каждый отдельный слой. Просто добавьте этот контроллер обрезки контура для всех выбранных вами слоев. Он даже представляется с удобной панелью управления, так что вы можете вносить коррективы, не открывая настройку слоев. Вам нужно изменить множество краев на шейпах на круглые заглушки. Избегайте утомительного кувыркания через каскадные меню слоев и просто нажмите кнопку. Нужно применить циклическое выражение о группе слоев. Выберите все, что вы хотите зациклить, и добавьте ключ Looper, все просто. Говоря об экспрессионах, если вам нужно вообще отключить выражение на большом количестве слоев, что раздражает, кнопка отключения выражений спрятана за маленькой стрелкой, и нет способа массово отключить выражение на нескольких слоях. Однако с помощью MoBar вы можете просто выбрать все слои, которые вы хотите отключить, и нажать кнопку отключения выражений. После чего вы можете внести свои коррективы и просто повторно включить выражение с помощью этой кнопки. Если вы работаете с графическим дизайном, который сгруппировал все слои фигуры в один слой, ничего страшного, вы можете просто разбить эти фигуры на отдельные слои или объединить несколько слоев фигур в один слой shape. Нужно быстро изменить фон на белый или, может быть, на любой другой цвет, сделав это без открытия каких-либо настроек. Нужно изменить частоту кадров, нескольких композиций или разрешение воспроизведения или продолжительность. Выберите свои композиции и внесите свои изменения. Вы даже можете применить их ко всем вложенным композициям. А также на самом деле у вас есть куча пакетных опций, таких как масштабирование композиций, изменение размера холста групповых композиций и многое другое. И это только некоторые возможности, которыми MoBar может помочь вам ускорить рабочий процесс в After Effects. Ну а я надеюсь, данное видео вам понравилось. Вы, конечно же, поставьте лайк, подпишитесь на канал, не забывайте про колокольчик, также оставьте свои божественные комментарии. Обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал, ведь там вы увидите все эти скрипты без каких-либо рекламных ссылок, просто обычное скачивание WinRAR файла. Всем пока!